Бизнес-сообщество города помогает собрать школу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Накануне в комплексном центре социального обслуживания населения прошел очередной праздник, на который пригласили 10 ребят, воспитывающихся в приемных семьях. Для юных белгородцев подготовили игровую программу «Готовы ли ребята к школе?». Клоуны вместе с детьми танцевали, пели и играли. Кроме хорошего настроения, всем школьникам вручили рюкзаки и сладкие подарки. Будущих первоклашек поздравил депутат Совета депутатов Белгорода Максим Полесико. Каждый ребенок мечтает получить подарок к новому учебному году. Сегодня мы постарались устроить праздник для наших будущих первоклассников. Хотелось бы пожелать им хорошо учиться и слушаться своих родителей. Отметим, что собрать детей в школу помогли представители бизнес-сообщества областного центра, депутаты Совета депутатов города. Подобные акции с участием меценатов в Белгороде стали уже традиционными.